Ну что же, всем привет, дорогие друзья, с вами Скелетор, и это уже 19-я часть моего города в Майнкрафте, и, как вы видите, домик Феликса теперь есть, у домика есть собственный дом. Да, он уже несколько раз поздоровался, давай еще раз. Ну давай, давай. Да, молодец, хорошо, я тебя уже накормил, так что я тебя уже не буду кормить, ну вот. Давайте же перейдем к обновлению моего города. Вот, как видите, этот домик Феликса построил такой вот укромный. Ну и вот, первое обновление это ЖКХ, которое я уже строил в том новом городе в 4-м сезоне, но немножко другое. Да, немножко другое. Ну и вот, в принципе, оно вот так вот выглядит. Вот. Вот такое вот немножко большое и немножко маленькое, так сказать. Ну вот, тут у нас имеется надпись ЖКХ. Ладно, от тупых дверей мы сейчас просто выключим звук. Ну вот, такой вот у нас просторный сам имеется вход. Вот, я тут почти ничего не заполнял, так что вот так вот тут все выглядит. Ну вот, тут у нас такие вот кабинеты, где что-то они пишут, придумывают новые законы, печатают цены на жилье, ну и так далее. Вот, вы сейчас просто смотрите на свой экран и да, смотрите. Ну вот, давайте перейдем ко второму коридору. Вот, такой вот у нас большая печать. Ну, тут уже собираются работники ЖКХ и что-то обсуждают, типа, повысить ли нам цены. Но ЖКХ любит повышать цены, так что им это судьба. Да, это им судьба. Ну вот, с первым этажом и все. Так, вот у нас второй этаж. Офисы. Тут уже как бы отдельные офисы. Вот, вот шкафчики, книжки. Ну и такой вот офис. И вид на окно. Ну, блин, офис выглядит все-таки прикольно так. Бежишь, печатаешь что-то и смотришь в окно. Спокойствие, так, одиночество. Я бы хотел так работать, только если бы что-то другое печатать. Допустим, Майнкрафт, карты для прохождения делать. То, что у меня, в принципе, неплохо получается. Ну вот, тут тоже самое. Офисы тут одинаковые. Вот, смотрите, это большой, как бы, кабинет со шкафами. А тут маленький, без шкафов. Вот так вот они отличаются только. Ну и вот, давайте перейдем к остальным обновлениям. В принципе, это выпуск про жилые здания в основном. Да, жилые здания. Ну вот, и я хочу второе обновление сказать, что у нас теперь появились фонари везде и табличка, то есть Чернобыльский проспект, Чернобыльская улица, вот Чернобыльский улица, ладно, Чернобыльский улица, дом 1, это дом 1, ну вот, тоже здание, тут у нас имеется Чернобыльский проспект, улица 2 и фонари, разумеется же, вот, можете просто сейчас посмотреть на своем экране, все. Вот, думаю, мы тут уже разобрались. Вот, как видите, тут просто Чернобыльский проспект сильно изменился. Не изменился, да неузнаваемый теперь, короче, он. Ну вот, как видите, тут добавлено много зданий было. 4 таких здания, которые у меня... Кстати, это было самое первое здание, так что... Вот, вот так вот, это первое жилое здание тут добавлено было. Вспомню реквизит. Ну, тут Чернобыльский проспект, 11. Ну вот, ну, внутренность его уже знаете, если смотрели первую часть, но если не знаете, посмотрите, как тут там все внутри. Вот, как видите, тут таких 4 здания, выглядит довольно-таки прикольно. Вот такой вот у нас проспект. Я еще скопировал одно жилое здание, вот. Теперь у нас засан Чернобыльский проспект, и жителей много. Кстати, в следующем выпуске вы можете скачать карту, и я еще в следующем выпуске почитаю, сколько у нас жителей в городе, вот. Ну вот, теперь до него звоно... Теперь не узнаваем этот двор. Помните, тут раньше был только садик. Теперь у нас целый двор. Вот посмотрите, у нас тут есть площадка, футбольное поле, девятиэтажка и это здание. Вот, как оно стало не понять, как оно теперь стало выглядеть. Давайте же перейдем к просмотру. Вот, построил я, разумеется же, девятиэтажку. Выглядит, кстати, эпичный такой вот вид. Вот, и, в принципе, я даже поставлю это на фотку. Все, я поставил это. Ну вот, в принципе, такая девятиэтажка. Давайте перейдем к просмотру. Вот, пятипарадная девятиэтажка. Ну вот, тут у нас имеется как бы две квартиры на одном этаже. Вот, тут у нас 4 печки, одна наковальня, проигрыватель. Ну, тут компьютер, типа тут лежит компьютер. Как же без компьютера? Ну вот, тут у нас два сундука и две кровати. То есть комната на двоих полностью. И один туалет. Вот. Ну и тут то же самое. Я не буду врать, все квартиры одинаковые. Абсолютно одинаковые. Только у меня тут верстак и везде верстак, я перепутал. Ну вот, тут у нас имеется такой вот лифт. То есть, если вы все равно играете в креативе, так что используем лифт. Да. Ну вот, тут у нас такая вот комната. Ну, все они абсолютно одинаковые. Давайте, как всегда, поднимемся на последний этаж. И там выход на крышу. Вот такой вот у нас маленький выход на крышу. Выходим. Скважина такая. И выход на крышу.
Вот, крыша у нас не, ну, немножко не особенная. Тут у нас имеется такая лестница на еще более высокую точку. И это, наверное, самая высокая точка в городе. Вон, выше того здания и вообще выше всех. Вот, посмотрите, какая высокая вышка тут. Прям какая-то вышка. Ну, тут у нас имеется так на каждых парадных. И каждый парадный одинаковые. Вот. Следующее я тут немножко заселил в футбольном поле. То, что во всех во дворах есть. Ну, не во всех во дворах, даже на самом деле редко. Но все равно это как бы по-русски. Да, по-русски. Ну, вот тут у нас футбольное поле. Вот, следующее обновление — это детская площадка. Тут у нас имеются скамеечки, разумеется. Ну, все были на детской площадке, абсолютно все. Вот, тут у нас имеется песочница, скамейки, чтоб родители ждали, пока дети играют. Вот. Вот тут у нас вход на площадку такой вот. Дети поднимаются, проходят и скатываются на такой горочке. Вот. Вот так выглядит сама эта горка. Ну и, разумеется же, площадка. Я такие дорожки еще подвел. Вот. Ну и это целый двор получился. Ну вот, пожалуй, это все. С вами был Скритор. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки, комментируем. Всем удачи, всем пока. И, кстати, не забываем писать свои идеи по простройкам. Всем удачи, всем пока.